25 августа – день памяти священномученика Василия Инфантьева. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Будущий священномученик Василий родился 4 января 1854 года в Окуневской слободе Оренбургской губернии в семье священника. В 1876 году окончил курс богословских наук в Уфимской духовной семинарии. Женившись, в декабре 1876 года был рукоположен пресвященным Митрофаном, епископом Оренбургским и Уральским, в сан священника. С 1891 по 1896 год отец Василий исполнял должность духовного следователя Оренбургской епархии. В этот период во всей полноте проявилось усердие отца Василия к исполнению возлагаемых на него церковных послушаний, и в мае 1896 года он был назначен членом епархиального благочиннического совета. В январе 1904 года отец Василий перешел для служения в Екатеринбургскую епархию. Помимо службы у престола Божия, состоял заведующим и законоучителем школы грамоты и законоучителем земского училища. Летом 1918 года Урал оказался в районе боевых действий. Во многих местах прошли крестьянские антисоветские восстания. Одно такое восстание было и в селе, где служил отец Василий. Красные обвинили отца Василия в причастности к восстанию. Всю свою злобу за убийство товарищей они выместили на 64-летнем священнике. В ночь на 25 августа он был зверски замучен красноармейцами. Смерть отец Василий принял мужественно и смиренно. Небольшой конный отряд сполошился и беспорядочно начал обстреливаться, но вскоре севший на коней поспешил скрыться. Остался один лишь священник, которого мы вскоре и разыскали. Как сейчас помню высокую прямую фигуру этого человека с головой, убеленной сединами. Это был тип библейского праотца Авраама. На все вопросы он не давал положительных ответов и упорно отмалчивался. Так описывал позже один из участников событий. В 2002 году священномученик Василий Инфантьев прославлен в соборе новомучеников и исповедников.